Меня зовут Сережа. Я с компанией «Доставка цветов». И у нас для вас есть сюрприз. Такая композиция цветная, но и вкусная. Можно здесь. И есть записочка. Если позволите, я прочту. Да, конечно. Дорогие, любимые Наташа и Стас. От всего сердца поздравляю вас с этим прекрасным и знаменательным событием, созданием новой семьи. Хочу пожелать вам самого хорошего, бережного, хранить и ценить те чувства, которые вы испытываете друг к другу сейчас, чтобы ваши семейные узы неразрывно на протяжении всей жизни, пусть ваше семейное счастье будет наполненным любовью, нежностью и страстью. Будьте терпеливы друг к другу. Понимайте, прощайте, заботьтесь, улыбайтесь и цените друг друга. Будьте друг друга надежной опорой и поддержкой в любой ситуации. Очень важно, чтобы люди находили свою любовь и половинку. Вы нашли. Поздравляю вас, мама. Так, и записочка. И если у вас какая-то благодарность есть, можете сказать. Например. Спасибо большое, мы вас тоже очень-очень-очень любим. Спасибо, мама. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. Livrareflori.md. Gestul contează.